Всем привет! Продолжаем наши прогулки по Петербургу, моему городу. Большая Пушкарская, 14. Особняк Грефа. Год постройки 1896. Архитектор Рейнберг. Стиль модерн. Во второй четверти 19 века здесь находился участок действительно тайного советника Грефа с особняком в классическом стиле, одноэтажным, на высоком подвале, деревянным домом с мезонином, фасад которого был украшен угловыми пилястрами и прямыми сандриками. А сандрики – это архитектурный элемент, небольшой профилированный карниз, горизонтальная такая полочка над наличником оконного или деревянного проема. Так информация. Над окнами. Усадьба занимала тогда почти весь квартал. Дом выходил торцом на Большую Пушкарскую улицу. В 1854 году архитектор Бернгард пристроил со стороны сада деревянное крыльцо. К тому времени владение перешло надворному советнику Штейнману, который вскоре оформил владение на свою жену. Она продала часть земли в 1870-х годах, оставив за собой участок на углу Большой Пушкарской и Гулярной, это Лиза Чайкиной улицы, с домом и садом. В 1877 году архитектор Алиш составил проект двухэтажного деревянного дома с башней, но он не был осуществлен. В конце 19 века, в начале 20-го, домом и участком владела жена доктора медицины Доберт. Для нее рижский архитектор Рейнберг перестроил здание в романтическом стиле с использованием элементов неоготики, выстроил граненый эркер и башню с шатровым завершением. Увеличена высота крыши. Архитектор ввел в обшивку стен элементы декоративного каркаса и детали пропильной резьбы. Ну и вот маленькая информация по Доберту Федору Александровичу. Статский советник, доктор медицины, с 1899 года старший ординатор и заведующий гинекологическим отделением Александрийского приюта для женщин, супруг Юли Карловны Добер, урожденный Шрёдер. После событий 17 года супруги уехали в Германию, а перед революцией участок принадлежал торговому дому Отто Кирхнер. Частный дом вошел в состав бумажной фабрики Отто Кирхнера. После национализации это НПО «Светоч». В советское время в особняке разместился детский сад фабрики «Светоч». Постсоветская администрация ОАО «Светоч». Надо сказать, что некоторое время назад город выкупил особняк и передал бессрочное пользование Академии танца под управлением Бориса Эйвона. Дом был снят государственной охраной. Ну так вкратце о доме на Большой Пушкарской, доме номер 14. Все, пока-пока, всем привет. Пользовался данными сети Волс. Хороший сайт. Все, до свидания, всего хорошего.